В 2006 году свет увидело очередное поколение третьей серии BMW. И на этот раз индекс у машины был непорядком. После E36 и E46 новому кузову присвоили нелогичный на первый взгляд индекс E90. Новый дизайн произвел фурор. В первую очередь в США и Канаде, где машина сразу стала бестселлером в своем классе. Управляемость, дизайн интерьера и экстерьера машины новой бенгловской эпохи явно были заточены под заокеанского потребителя. Впрочем, европейцы приняли машину тоже довольно тепло. Во-первых, машина стала еще быстрее. Причем не только на динамической прямой, но и на гоночных трассах. Снова для трешки предложили систему полного привода, которую традиционно ценят европейские потребители. Ну и снижение расхода топлива тоже впечатляет. Кажется совершенно невообразимым, что можно достичь расхода меньше 10 литров на сотню мотора мощностью в 200-300 лошадиных сил. И, несмотря на явные плюсы, во многом в модели E90 были выявлены множественные проблемы, дефекты и заводские недочеты, что в итоге сказывается на долговечности эксплуатации транспортного средства. К примеру, с мая 2006 года по август 2007 года BMW выпустила 2600 штук модели 320 SI. Ни в коем случае не покупайте БУ автомобиль, который выпущен в этом диапазоне дат. Все дело в том, что в этот период времени в этой модели были проблемы с алюминиевыми гильзами в двигателе. Из-за дефекта существует риск разрушения гильз в блоке двигателя. Если вы купите 320 SI, которая была выпущена с 2006 по 2007 года, то в процессе эксплуатации вы сможете столкнуться с полным выходом из строя двигателя. Так что держитесь подальше. Удивительно, но даже дизельные версии E90 имеют ряд выявленных в процессе эксплуатации проблем. Именно этот факт доказывает, что вопреки распространенному мифу о том, что дизельные силовые агрегаты намного лучше бензиновых аналогов, дизельные моторы из-за своей сложной конструкции иногда получаются менее надежны своих бензиновых конкурентов, несмотря на использование более износостойких запчастей силового агрегата. К примеру, с сентября 2007 года компания BMW начала продавать дизельную модель третьей серии с новым поколением 4-цилиндровых двигателей N47. К сожалению, дизельные моторы используют сложную конструкцию, которая в итоге признана экспертами ненадежной, так как из-за особенностей конструкции мотора N47 в процессе эксплуатации автомобиля слишком быстро изнашивается цепь газораспределительного механизма. За достаточно короткий срок в результате износа цепи под капотом появляется характерный громкий неприятный звук. Эта проблема наблюдается у всех BMW 3 серии, которые выпускались с 2007 года по 2009 года. Если вы думаете, что эту проблему легко исправить, то вы ошибаетесь. Для устранения дефекта вам необходимо заменить подшипник коленвала и поставить новые направляющие для цепи VRL. Но для этого вам придется частично разобрать двигатель. Стоимость ремонта примерно около 150 тысяч рублей. Цена официального дилера. Конечно, можно сделать и дешевле в неофициальных технических центрах или у специалистов в гаражном автосервисе. Но в любом случае ремонт обойдется недешево. Если вовремя не устранить эту проблему, то в последующем процессе эксплуатации автомобиля цепь может порваться. В итоге двигатель получит более серьезные повреждения. Расходы на ремонт при обрыве цепи любой версии третьей серии составят минимум 180-250 тысяч рублей. Обратите внимание, что на автомобиле 2011 года с двигателем N47 также выявлены дефекты, которые приводят к преждевременному износу цепи. Поэтому в случае проявления скрежета или трески под капотом сразу обратитесь на станцию техобслуживания BMW для диагностики работы двигателя. В противном случае вы рискуете столкнуться с дорогостоящей поломкой силового агрегата. Так что если вы хотите узнать на что, вам нужно обратить пристальное внимание при покупке БУ BMW 3 серии. Обратитесь к специалисту. Приобретая бензиновый автомобиль, обратите внимание на зажигание. Из-за дефектных катушек зажигания в работе силовой установки могут быть пропуски. Почти наверняка при пробеге более 120 тысяч километров катушки зажигания будут работать неэффективно. В этом случае приготовьтесь потратить на них примерно 8-10 тысяч рублей, плюс стоимость работы на станции техобслуживания. Клапан вентиляции картерных газов. Как и во многих дизельных автомобилях, первое, на что стоит обратить внимание при диагностике подержанной машины, это на электромагнитный клапан рециркуляции ОГЭ. В случае, если его очистка невозможна, придется приобрести новый. Средняя стоимость клапана для BMW 320D двигатель N47 в России составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Также встречаются частые проблемы в модели BMW 320 дизель с работой сажевого фильтра, который из-за плохого работающего клапана рециркуляции ОГЭ преждевременно выходит из строя. В случае, если у вас забивается сажевый фильтр, придется покупать новый. Стоимость для дизельного двигателя 80 тысяч рублей. В качестве альтернативы можно, конечно, обратиться в специализированный сервис, где вам вырежут из выхлопной системы сажевый фильтр и настроят работу двигателя автомобиля без этой части. Но, к сожалению, эти работы вы не сможете сделать официального дилера. К тому же, часто подобные модернизации с автомобилем становятся причиной поломки других компонентов машины. Но это, конечно же, все зависит от того, насколько профессионально будет вырезан сажевый фильтр. Еще одна проблема, которая часто встречается на BMW, это недолгий срок службы турбины дизельного двигателя. Особенно это актуально для автомобилей, которые были произведены с сентября 2005 года по август 2007 года. Из-за ошибок конструкторов при проектировании дизельного двигателя турбокомпрессор очень быстро выходит из строя. Поэтому приобретая БУ автомобиль на подержанном рынке, обратите внимание перед покупкой на эту деталь, поскольку средняя стоимость новой турбины составляет не менее 30-40 тысяч рублей. Двухмассовый маховик также может достаточно износиться пробегу 100-130 тысяч километров. Как правило, ресурс детали 100 тысяч километров. К этому пробегу эта деталь машины покрывается трещинами и различными мелкими дефектами. Если на машине установлена механическая коробка передач, то в случае износа маховика вы будете ощущать вибрацию при переключении скоростей. Примерная стоимость деталей в России от 30 до 50 тысяч рублей. Приобретая БУ BMW 3 серии, обратите внимание на состояние пружин подвески. Если машина прошла больше 100 тысяч километров, пружины могут лопнуть. Тем не менее, количество жалоб на эту деталь гораздо меньше, чем на другие части модели. Стоимость запчасти при работе плюс ход развал составит от 10 до 15 тысяч рублей.
рублей. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести подержанную трешку. В отличие от предшественника Е46, третья серия в кузове Е90 имеет гораздо надежнее переднюю подвеску. Шарнир в Е90 намного надежнее, чем в прошлой модели. Единственное, что часто может выходить из строя, это рулевые наконечники. Тренировочная стоимость 2000 рублей. В целом, BMW 3 серии в кузове Е90 – надежный автомобиль, который отвечает всем нормам безопасности. Единственное, на что, конечно, стоит обратить внимание – это модель 320SI, которая выпускалась с мая 2006 года по август 2007. В этой модификации выявлены серьезные заводские дефекты с алюминиевым и бензиновым двухоцилиндровым двигателем. Также, если вы являетесь владельцем дизельной модели, которая выпущена в период с 7 по 11 год, то стоит обратить внимание на вышеуказанные детали и компоненты. Вполне вероятно, что обретая БУ BMW 320 дизельную на подержанном рынке, она уже подвергалась ремонту вышеуказанных компонентов. Поэтому ваша задача с помощью тщательной диагностики узнать, насколько качественно были произведены работы по ремонту и как для этого приобретались детали. Помните, что в случае установки предыдущим владельцем автомобиля неоригинальных запчастей для устранения поломок может привести к быстрому износу ранее помененных компонентов. Железо у машины в столь молодом возрасте проблем почти не доставляет. Благо арки и днища защищены неплохо. Сложная конструкция бамперов и аэродинамических пластиковых панелей держится крепкой. Разве что иногда разрушается и провисает подкрылки, особенно на дорестайлинговых машинах. Дороги не только сами наружные элементы, но и спиртные части их крепления. А повреждения, залеченные колхозно, неизбежно приводят к проблемам внешнего вида со временем. Салон несколько простоват, особенно это касается недорогих комплектаций машин, но в целом он сохраняется неплохо. Оказывается, очень качественная сборка, неплохие материалы. Конечно, не без недостатков. Еще одной традиционной бедой всех Е90 стал плюсовой провод от аккумулятора, приходящий в так называемый Junction Box, блок реле и предохранительный салон. К сожалению, оплавливается коробка кабеля, повреждая и провод, и сам блок. Если вовремя не обесточить машину, то потребуется серьезный ремонт ценой более 30-40 тысяч рублей. Провод бывает и просто отгнивает, ведь проложен он под днищем, а в результате любого повреждения изоляции запускается процесс электрокоррозии, интенсивно разрушающий сам привод и сталь кузова вокруг. Выбирать нужно строго по совокупности состояния кузова, ходовой части и мотора. В силу малого возраста машин решение любых проблем достаточно дорого стоит, а обслуживание официальных дилеров делает содержание 5-летней Е90 совершенно иррациональным делом. Не стоит бояться полноприводных и автоматизированных машин, а еще лучше присмотреться к конкурентам. Или если вы так любите BMW чему-то постарше. Пожалуй, стоит признать, что в погоне за высокими бумажными показателями баварские инженеры сотворили практически одноразовую машину со сроком службы, которая не сравнится с более возрастными моделями. При этом, что удивительно, цены на подержанные экземпляры держатся неоправданно высокие. Вот и все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.